И всем привет, друзья и подписчики моего канала. Я Нептун, и мы продолжаем проходить Чужого. Так вот, мы нашли ядро Аполло. Вот оно. Красивое ядро. Мы там даже были внутри. Ну вот незадача. А Аполло нам сказал, чтобы мы шли куда подальше и разбирались со своими проблемами сами. Как бы вот так. Это довольно неприятно, потому что мы не смогли отключить здесь карантин. А значит, нам нужно, видимо, искать другой способ спастись. А вот я вижу лесенку. Ее вроде бы раньше не было. Давайте, что ли, туда? Надеюсь, обойдется без особых приключений. Так, чужих нету. Андроидов нету. Всяких психов тоже нету. Это радует. Так, что это? А куда это я лезу? Я пока не совсем понимаю, но, наверное, так нужно для сюжета. Напоминаю, что я оставил все оружие там наверху. И абсолютно без всего. У меня только пара гранат, там коктейль Молотова и есть шокер. И все. Инженерный сектор. А еще есть терминал. Наверное, стоит сначала заглянуть сюда. Личное. Журнал основных взаимодействий. Так, взаимодействие с людьми, получен запрос. А, ну это, видимо, журнал работы Аполло, да? То есть это не так важно, не буду это читать. Это какой-то, видимо, регламент. Ладно. Вот, не привлекаем внимания. Спейдинг – это ренсом. Поскольку станцию покупает Вейланд Ютани, сейчас особенно важно, чтобы передача самописца произошла без сучка и без задоринки. Да, они мелкие сошки и ничего не знают о сделке. Но что будет, если до них дойдут слухи о пропадающих людях? Я не хочу раскачивать лодку, так что давай постараемся без этого обойтись. Еще не хватало, чтобы покупатель в последний момент передумал. Вот же черти. Ха-ха, все утаивают. Общее аудио и утилиты, да ладно. Ничегошеньки полезного. Хорошо. Это только закаляет нас. Сложности делают нас сильнее, по-любому. Давайте. Есть. Цель обновлена, грузится уровень, мы все сделали правильно, и это не может не радовать. Но опять же, напоминаю, что у нас уже вторая или даже третья серия без чужих. Ну, без чужого. Я даже, знаете, немножко соскучился по этому ублюдку, ползающему по вентиляционным шахтам. Рикардо, слышишь? Слышу. Ну, какие новости? Аполло действует по протоколам Вейланд Ютани. Что-что? Сиксон продался. Аполло не снижает уровень угрозы. Якобы какие-то проблемы с реактором. Но ты же из Вейланд Ютани. Прикажи ему заткнуться и делать, что говорят. К сожалению, я мелкая сушка. Так же, как Сэмюэльс или Тейлор. Если бы мы что-то значили, Аполло не стал бы торопиться нас убивать. Так, осмотреть центральный реактор. Значит, я был прав. Вся эта каша заварена в Вейланд Ютани. Все было спланировано. Чтобы, естественно, заполучить эту тварь и все доказательства. Включая черный ящик Нострома. Круто. Так, водичка. Что? Нет! Это обман! Меня здесь нет, это андроиды. Хорошо. Вот есть что-то. Давайте включим. Подать энергию к вагонам. Ага, вагоны? Хорошо. Давайте. Да! Так. Все, работает. А где вагоны? Я куда-то что-то подал, а где это дело, я не знаю. Эй, бро, там кто-нибудь есть? Видимо, нет. Так, а это что? А, это генератор какой-то. Хорошо. Давайте, прежде чем мы нажмем это дело, просто посмотрим вообще, что здесь есть. Так,
Ну, собственно, выхода больше нигде нету. А, есть дверь. И эта вагонетка мешает мне пройти. Все, я понял намек. Давайте. Так. Да. Все так, как мы и думали. Отлично. Потопали. Даже можно сохраниться. Это круто. Так, интересно, сколько осталось записей, возможных для сохранения в моей карточке? Надеюсь, она бесконечная. Ладно. Тихо. Покиньте помещение. Технические работы запрещены. Да я не собираюсь проводить здесь технические работы. Не переживай, чувак. Что это, камеры? Плохо. Плохо. Опа, там кто-то идет. Ага. Вот пару серий назад я также... Да. Я также натыкался на андроидов, но я их рубил нещадно своим дробовиком. И думал, а какого хрена здесь камеры? Я ведь и так могу их всех разбомбить. Как оказалось... Вот теперь, именно сейчас, да, мне нужно конкретно не попадаться на камеры, чтобы спастись. Так, шокер на всякий пожарный. Тихо, тихо. Что это? Топливо, отлично. Вещество, все, больше ничего нет. Вот. Думаю, здесь можно отключить камеры. Хорошо. Нестабильная система, да? Или нет? Лучше, наверное, поставить очистку воздуха. Возможно. Так, что это? Хлам. Все, я взял. Какие-то карты? А, это чертеж корабля. Возможно. Тихо, тихо. Что мы здесь имеем? Патроны? Так, патроны — это хорошо. Тихо. Чуть не попался. Опа, карта. Так, насколько большой этот уровень? Угу. То есть нам в реактор. А как нам туда попасть? Давайте искать проходы. Угу. Мне туда. Так, 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 так. Давайте аккуратненько сделаем это по красоте. Вот здесь. Камера, мы же с тобой старые друзья. Ты помнишь? Не пали меня. Что это? Опа! Я снова прокачал свой резак. Теперь у меня ионный резак. Вот как раз та самая ионная приспособление, да, которое не раз мне встречалось по мере прохождения. Я видел... Тихо, тихо, тихо. Тебе показалось? Меня здесь не было. А знаете, я как джедай такой, рукой взмахиваю, пытаюсь повлиять на их мозги. Угу. Думаю, теперь имеет смысл вернуться обратно
и посмотреть все остальные двери, которые раньше были заперты, ну, заварены, закрыты, где можно было бы мне использовать свой ионорезак. Так, тихо. Так, а щитка здесь нету? Случайно. Видимо, нет. Тихо, бро. Чуть не наткнулся. Ай, ой-ой-ой, твою мать. Уйди. Давай, иди отсюда. Шикарно. И долго ты будешь здесь стоять? Ублюдочная камера. Так, давайте, давайте, давайте. Угу. Отлично. Нам сюда, да. Вот здесь можно использовать ионный резачок. А что здесь? Угу. Заперто. Здесь тоже ничего полезного. Ну ладно, потопали. Будем опробовать наше новое приспособление. Хорошо. Кстати, мне показалось, что мой новый резак работает намного быстрее, чем раньше. Как-то реально, я очень быстро разрезал эту... Ну что это? Заслонка, дверь? Алло! Неужели? Так. Ой. Надеюсь, это никто не заметил. Подумаешь, фаер летает. Всякое бывает. Да. Все замечательно. Что там было? Ага, укольчик. Так, мне вот сюда. Но... Но, друзья, там поганый андроид стоит. Чувак, и палит меня. Так, чтобы такого предпринять здесь, как-то вот... Тихонечко прокрадемся, незаметненько. Есть, вот фаер даже можно взять. Эй, бери, бери, твою мать. Так, с кем ты хочешь там разобраться, чувак? Да вот фаер, Рипли, ну руку протяни, ёпта. Ладно, обойдемся без этого дела. Вау, что это? Вертолет какой-то? Космический, круто же. Так, кажется, он что-то заподозрил. А что он заподозрил? Меня же здесь нету, по идее, да? Тебе показалось, чувак, ползи отсюда. А, он ушел. Отлично. Теперь можно здесь пробежать. Без палева. Тихо, 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 тихо. Управление берем на себя. Шмык. Обратно. Так, 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 так. Берем укольчик, хлам и... Ага, и смотрим. Не заметил ли он нашу тушку? Угу. Так, все, сваливаем. Так, теперь, видимо, сюда. Или нет? Видимо, нет. Что-то еще нужно включить. Давайте пойдем вдоль этого провода. Авось повезет. Ага, вот что-то вижу. Почему? Малый уровень энергии, да? А, вот генератор, вижу. Вижу, вижу. Что значит восстановить подачу? Я же только что сделал это. Окей. Глядя на
Что-то я где-то пропустил, да? Еще один. Еще одно устройство. Вот оно. Наверное, да? Ага. Все. Теперь ищем. Вот там было третье устройство. Кстати, давайте возьмем Fire. Так. Да твою мать. Чего он здесь ходит, бродит? Все правильно. Стой там, стой там. Даже не думай посмотреть в мою сторону. Хорошо, где-то здесь, вот он. Да. Есть. Идеально сработано. Все три мини-генератора мы запустили. Теперь запускаем главный. Так. Хорошо. Все? Теперь можно идти? Почему нельзя? Почему не работает устройство? Эй, ребятки! А-а-а! Я джип поднял. Зачем-то. А, там проход есть, точно. Под ним? Видимо, мне туда. Угу. Ну, давайте посмотрим, что здесь есть интересного. Так, надеюсь, он меня не заметил. Надеюсь, он не ползет сзади. Настырный андроид. Ну, это вроде бы атипичный андроид. Самый такой... устаревшей модели. Их легко убить бомбой, легко вывести из строя, и они поддаются на воздействие шокера. А вот другие ребятки, которых мы совсем недавно встречали, вот с ними было намного сложнее. Они плевать хотели на шокер, устройство, выводящее андроидов из строя, на них не работает. Ну и, собственно, чтобы их убить, нужно два раза попасть бомбой. Окей. Так, это мы где? А-а-а, мы вернулись. Зачем-то? Хрен его знает. Опа. А что у меня за задача вообще? А, точно. Попасть в реактор. Хорошо. Сейчас мы попадем. Не знаю куда. Надеюсь, в реактор. А не в очередную переделку. Открыть дверь. Угу. Понятно. Задача вроде бы простая. Если смотреть со стороны... Так, что здесь? Патроны, аудиокассеты почему-то, шоколадки, о боже, 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 дайте карты, да? Здесь просто круто, здесь классно проводить время. Привет. Все здесь так, все идеально и круто, и вообще позитивно, я даже могу радио включить. Так, он клюнул на радио. Опа, что это было? Чужие, что ли?
А, он меня заметил. Круто. А, дверь закрыта. Вот эту дверь нужно открыть. Понятно. О, какой любопытный андроид. Угу. Так, а как мне его перехитрить? Да, я могу ушибиться, конечно. И ты совершенно ни при чем, да? Угу. Угу. Давай, 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 топай сюда. Сейчас я тебя сюда выманю и закрою к чертям. Давай, давай, давай. Вперед. Интересно, они с этими андроидами будут как-нибудь устраивать махач? Нет? Наверное, нет. Так. Да пошел ты, блин, в пень, ублюдок. Не до тебя. Вот как дверь закрыть, а? Почему она не может закрываться, блокироваться, твою мать? Все, у меня есть время, пока андроида нету, сделать задуманное. Так, давайте, давайте, давайте. Быстро! Делаем это быстро. Так, что нажать, куда нажать? Ага, ящик. Но это мне не нужно. Патроны. Да, блин, не время собирать вещи, нужно что-то сделать. Во. Да ладно, что это такое? Да ладно, это что, гранатомет, что ли? А болтер? Ладно. Так, терминал. Сразу утилиты. Так, да ладно, какого хрена? Где пароль? А, 6832, да? Так, 683. Есть! Неужели? А это что вообще? Это оружие? Ведь это оружие, да? Надо срочно проверить это дело на андроиде. На этом новом, крутом и неубиваемом андроиде. Шкаф, патроны, патроны. А, ну это для болтера, да? Угу. А его-то и нету. Давайте почитаем. Вдруг чего важного есть. Не хотелось бы упускать это дело. Так, общая доставка энергии. Спустись в сектор обслуживания реактора. Флорес не сообщает, что по всему периметру скачет напряжение. Это, конечно, ведро с гайками, а не станция. Но я не понимаю, откуда могут возникать проблемы с питанием. Перебой с питанием. Можешь провести проверку всей системы? Угу. Я тебя найду. Флорес, если ты меня слышишь, найди укромное место и оставайся там. Я иду с тобой. Нам теперь надо держаться вместе. Сандерс погиб. Еще по меньшей мере 4 инженера пропали. Тихо. Кажется, у меня гости, да? Ага. Давайте проверим. В голову. Что за говно? Почему ты? Ай, блин, больно! Убрал руки, падла! Убери руки! На, получай ключом по черепу! Так, давай, 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 давай! Так, значит, нужно зажать, да? Хорошо. О! Ха-ха! Ни хрена себе! Круто! Вот это мощь! Взрыватель, хлам, шприц. Угу. Хорошо, ладно, черт с ним, с этим терминалом, не будем считать там. Там, в общем, опять эти местные терки, ничего важного. Нам нужно туда. Круто! Вот эта вещь! Хорошо, потопали. Как-то здесь все трясет. Весь корабль. Как бы он не распался на части, пока я здесь бегаю. Угу. Это лифт? Так, хорошо. Ага. Видимо, это лифт, ведущий в реактор. Это то, что мне нужно.
видел этот реактор? Да как-то не случалось. Я проходила обучение на таком, как будто в прошлой жизни. Хорошо. Мы почти пришли. Это я где? Ну здесь еще нужно так немало побегать. Поэтому давайте. Аккумуляторы, укольчики. Слушайте. Жаль. А я обрадовался, думал, я смогу сделать патроны для нашего болтера. Хорошо, ничегошеньки вроде бы, да? Ладно, потопали. Да ладно! Дробовик? Где ж ты раньше был? И пистолет, круто. Нет, это круто, но мне нужен огнемет. Потому что если придет чужой, я его пистолетом и дробовиком особо-то не спугну. А вот огнемет это другое дело. Угу. Видимо, все, да? Ладно, потопали. Вот действительно, как-то слишком долго нету чужого. 3 серии подряд. О нем ни слуху, ни духу. Он что-то замышляет. По-любому, он не теряет время даром. Он что-то делает. Вау! Круто! Я над ядром реактора. Что-нибудь видишь? Ничего особенного. Андроиды, какие-то системы управления. Вроде все идет своим чередом. Попробую спуститься ниже. Там где-то должен быть лифт. Хорошо, потопали. Вот лифт. Так, самое время немножко подлечиться. Давай. Получи. Какого хрена? Тебе что, плевать на дробовик, что ли? Три выстрела, чтобы убить этого ублюдка. Хорошо. Я понял намек. Так, СВУшку сделать можно? Ага. Да твою мать, где болтер? Чё-то у вас до хера. Получай. Это почему ты не стреляешь-то? Я же стрельнул. Чё за бред? Ай. Я сейчас уберу паузу, и меня убьют, наверное. Да, блин. Неужели? Так, есть время. Срочно аптечка. Почему у меня болтер не стрелял, когда это было нужно? Все, получай, ушлепок. Что, мало? Хотите еще? Сейчас, погодите. Лови подачу. Так, последний остался. Давай, репли, давай. Ха! На-ка, всё выкуси, шлепок. Нехрен меня преследовать здесь. Так, шмонаем трупаки. Пусто. Какие-то вы нищеброды сегодня. Как нападать на меня и причинять мне боль, так вы первые. А когда мне что-нибудь полезное... Так почему-то вы все пустые.
Значит, мне нужно куда-то туда. Видимо, там есть какая-то панель управления, да? Что-то нажать, что-то сделать, что-то активировать. Вау! Как бы меня током здесь не прибило. Хорошо, давайте посмотрим, что здесь есть. Вот какой-то рычаг. Почему-то не могу нажать. Подозрительно. Хорошо, что здесь? Ну да, собственно, мне сюда и нужно. Вроде бы. Так, сектор обслуживания, да? Хорошо, я понял, что реактор так просто не отключить и ничего там не сделать. То есть сначала мне нужно попасть в сектор обслуживания, видимо, ослабить защиту или что-то предпринять, что-то сделать. А потом... Господи. Да ладно! Вы серьезно? Да, детка. Это же, мать вашу, гнездо! Ребята, это гнездо чужого! Я вот про это говорил. Вот про это. И огнемет. Неужели? Спасибо, ребята, вы очень выручили меня. Прямо перед гнездом чужого поставили огнемет. Круто. Тихо. Рикардо, они все здесь. Кто? Все пропавшие. Вообще все. Тут что-то вроде гнезда. Яйца этой твари. Тут инкубатор. Черт! Уходи оттуда! Скорее! Надо подвести электричество отсюда к платформе. Да, электричество к платформе. Ага, я так просто не уйду. Нет, ну вы только посмотрите, жесть! Круто. В начале игры я говорил, что у любых чужих, у любого чужого есть гнездо здесь. Оно должно быть. Чужой, он все равно рано или поздно подстраивает среду обитания под себя. То есть делает ее благоприятной для своего существования. И именно это мы наблюдаем. Жесть, посмотрите. Все как будто, знаете, из плоти. Слизистая, обтянутая плоть. Круто. Ну давайте сохранимся. Что-то подобное было на корабле космических жокеев. На ЛВ-426, на котором мы уже побывали. Единственный вопрос, кто откладывает эти коконы? Ведь по идее, если верить... вселенной чужих, это может делать только королева. Ну ладно. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, вам понравилась эта забористая серия. Спасибо, друзья, за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Что за звуки? Только еще скажите, что здесь эти проклятые фейсхагеры ползают. Ладно. Вступайте в группу и зовите друзей на канал. Только вместе и только с вами мы пройдем чужого. Пока, друзья. До новых встреч. Начинает темнеть. Это стрёмно. А я не успею посмотреть, что там снаружи, да? Как быстро темнеет, а? А где свет? Мою мать, ублюдки, свет дайте. Чего ж так быстро темнеет?